Во время перерыва раз приуставать. Ну ничего, сейчас... Едва не сказал к сетке, как... Ой, как... Темп боя не падал. Да, слева. О-о-о-о-о! Позволит ему такие провести. Вот и посмотрим. Ребята улыбаются. Это очень приятно. Так, Андрей вот сверху, но у него это больше, блин, как он резво начинает, какая скорость, а? Затылок, внимание. Евгения просто врасплох, как будто, блин, застал. Что, блин? У меня энергии там много, хоть через два... Ё-моё, он просто ввозит своего оппонента влево, вправо, вязкого. Ну, Евгению, мне кажется, сейчас во время перерыва расскажут, как действовать, тем более, что Евгений-то, вы видите, особо атак не предпринимает. Он работает больше от защиты. Вот сейчас немножко покупать. Как же разрешится третий раунд? Блин, Андрей уж у мастера опять со скоростью работает. И скорость его всепоглощающая просто. Какое давление. Надо отдать должное Жендосу. Времени маловато на их реализацию. Ох ты, Махач, Махач пошел. Евгений поучаствовал в этом Махаче практически. Андрей уж у мастера Ефимов. Пожали руки. Бой. Слева Давид, справа Ратмир. Начинается резкая мясорубка, прям сразу интенсивность. Сколько они, правда, продержатся в таком темпе? Ниже и ниже, Давид. Йоу, все, все, что ли? Не, Ратмир Долов, конечно, задоминировал по полной. Правда, получается, мне, смотрите. Давид приуставать. Ну ничего, сейчас 15 секунд еще. А вот так. Ратмир опять уходит по низам, по корпусу. Ух ты, нифига. Кажется, судьи, что они решат. Я бы отдал преимущество, наверное, Ратмиру все-таки. Время. По результатам первого и третьего раундов, да кто ж. Поехали. Тут же разворачивается Женя к сопернику. Есть у него ха... И позволило это буквально сразу же поднагрузить оппонента и насовать несколько ударов локтями. Там у нас ребят ударов. По корпусу работает Женя. Также немаловажно забойка в голову, но и по корпусу, потому что влияет это на выносливость соперников. Хорошо справа пробил. Ибрагим поджимает его. Едва не сказал к сетке, как в октагоне, и пробил. Очень жестко сейчас Женя, и рефери отсчитывает нокдаун. И все! Победа нокаутом в первом... Поехали, первый раунд разворачиваются бойцы друг к другу. Ну, Корней сразу же справа успел пробить такой нейдисовской пощечиной. И мне кажется, только так он и собирается работать. Да, слева. О-о-о-о-о! Просто без защиты. Лещами друг друга надают. Ребята, ну посмотрим, у кого держалка покрепче в таком темпе будет. Включается Корней. Пока что вроде терпит Леша. После этого встает с левой, ну, боковым не буду говорить, с левой пощечиной. Поехали, повернул. О, справа как хорошо засаживает Корней. Но тут же возвращает ему должное Леша. Оу, и... Ребят, я тут вот Васю Пельменя видел, вот его надо на пощечину сюда. И еще один нокдаун оформляет Корней. Позволяет Тарасов нанести по себе несколько пощечин. Тут же пропускает пощечину. Находится Алексей. Оу-оу! С двух рук пощечины насовывает Корней. Оу, справа в конце. От Корнея бой. И в этой пощечиновой рубиловой победил в кои-то веки не Вася Пельменя. Поехали! Разворачиваются. Поджимает, конечно же, полное ТВ. Ну, кстати, довольно-таки неплохо. Очень, конечно, здесь развернуться сложно. Оу! Но оно, естественно, оно понятно, но... Но вот пока что габариты полного ТВ. Оу! Сложно это занятие для того, чтобы оценивать технические действия. Ой. Так, ну что ж, поехали. Начинается рубочка. У Ростислава есть небольшое преимущество в антропометрии, за счет чего он может подгружать оппонента. Муравей сейчас хорошо правой снизу донес до цели.
Все-таки есть преимущество в росте, получается у него подгружать оппонента сверху, что также воздействует на функциональное состояние. Ростислав хорошо себя показывает. Да, ну и секунданта заодно. Поехали, тут же разворачивается Муравей, пробивает неплохой правый сбоку. Но из-за того, что Ростислав хорошо поджимает его, сложно развернуться. Справа и сбоку. Шикарный просто. Пробил хорошо слева. В клинче, чтобы темп боя не падал. Под левым глазом у Александра. Скорость на протяжении всего поединка. И последние 10 секунд боя. Дебютного противостояния сегодня у нас на панчбоксе. Все! Ростислав побеждает! Поехали! Бой номер два. Разворачиваются бойцы. Хорошо, как справа работает Александр. Очень взрывной темп задали ребята с самого начала. Александр пробил. Напоследок неплохо. Неплохо колени тут летят. Погнали. Ой, как локтями наносит удары Александр. Но было там в область затылка несколько панч с бирманского бокса в исполнении Александра. Оттягиваться советуют Александру, после чего... Третий раунд. Александр хорошо несколько апперкотов донес до цели. Возобновляется поединок. Тут же справа доносят до цели свой удар Саша. Давненько совсем зажался сейчас в угол Александр. Но... И сейчас едва до головы не достал он с колена. Разбито лицо у Маги. Да, кажется, нос потек, но успел он слева. Александр побеждает. Thank you.